Всем привет! Меня зовут Екатерина Кононова. Девчонки, сегодня у нас с вами тренировка в необычном формате. Будем худеть, проработаем каждую мышцу нашего тела и будем работать с сетами. Но прежде чем приступить, у меня такое небольшое объявление. Сейчас в закрытом чате у меня Telegram проходит марафон похудения. Команда набрана, мы уже худеем, худеем как неделю, но так как появилось очень много желающих пройти марафон самостоятельно, мы решили вам предоставить такую возможность и сделали программу марафона для самостоятельного прохождения, которую мы вам будем отдавать в руки, и вы уже будете самостоятельно худеть в домашних условиях. Я хочу показать вам сейчас, как будет выглядеть ваша программа, и вы можете ее заказать, перейти по ссылочке в Instagram, написать мне в директ, либо сразу же написать мне на почту. Все ссылочки в описании под этим видео, и цена на программу также в описании под этим видео. А теперь давайте посмотрим, как же будет выглядеть эта программа похудения в домашних условиях. Вот как-то так будет выглядеть ваша программа. Напоминаю, для заказа пишите мне в Instagram в директ, либо сразу на почту. А сейчас давайте приступать непосредственно к самой тренировке. Как вы помните, мы будем работать с сетами, то есть упражнение за упражнением без отдыха. По два упражнения. То есть мы поработали 45 секунд, у нас нет перерыва на отдых 15 секунд, когда мы стоим, отдыхаем, выполняем следующее упражнение и только потом уже отдыхаем 15 секунд. Такие двусетики. То есть выполняем первое упражнение, второе упражнение, 15 секунд отдыха. Дальше. Первое, второе, 15 секунд отдыха. Будем делить упражнения по группам мышц. Но первое у нас упражнение, первые два упражнения, они такие разогревающие на все группы мышц. А дальше пойдем уже по группам. Надеюсь, понятно, в процессе вы поймете, вольетесь. Тем более у нас будет всего два круга. Под второй круг уже все 100% все поймут. Так что давайте ставить таймер и приступать. Будет жарковато. Первое у нас упражнение — это jumping jack, второе — это burpee. Готовьтесь. 45-45 и только потом 15 отдых. Ждем сигнал. И поехали. Jumping jack, то есть бросить вместе. Кстати, в марафоне у нас тоже есть тренировочки с сетами. Девочки, я в восторге. Многие почувствовали мышцы, которые даже не чувствовали еще. И не знали, что они у них есть. Так что можно теперь пройти марафон самостоятельно. Сделали без отдыха бёрпи. Сделали, отдыхаем. Дышим. Сейчас у нас будут двойные приседания и выпады. Сели, сели, встали.
двойными. Разводим бедра в стороны. Чувствуем ягодицы. Раз и два. Встали. Раз и два. Встали. Никакого отдыха у нас прыгающие выпады. Поехали. Нравится такой формат с этими? Так, планка вверх-вниз и сразу же жим. Поехали. Опускаем гантели до уровня ушей и толкаем вверх по пирамиде. Не в стороны, а по пирамиде. Плечи чувствуете? Значит, все правильно. Садимся и на выдохе встаем. Сели, встали, сели, встали. Колени разводим в стороны. Оп. Не отдыхаем, у нас перекаты, да, выпад с перекатом. Поехали. Выпад и выпад. Ниже садимся. Не опускаем корпус, а попу. Попу опускаем. Смотрим вперед. Опускаемся вниз. Молодцы. Дальше у нас отжимания. И пойдем на бицепс.
сразу подъем на бицепс. Поехали, обе руки. До конца не разгибаем, мертвой точки нет. И до конца не разгибаем, не расслабляем руки. Постоянно в напряжении. Сделали. Отлично. Отдыхаем. И дальше у нас сиси-приседание. Пяточка на опору. Работает у нас передняя часть бедра. Носочки смотрят в стороны. И поехали. Сели. Встали. Попу назад не топырим. Отдыхаем. У нас длинный и короткий выпад. 5, 1, 5, 2. Колено у пятки. Раз, два. Раз, два. Это раз, два. Это три, четыре и пять. Вторая ножка на месте. Раз, раз, два, два. Три, три, четыре, четыре, пять, пять. В целом должно быть пять получиться. На ногу. Отлично. Отдыхаем. И у нас с вами велосипед. Поехали. Крутим в воздухе педаль и касаемся локоть колена по диагонали на выдохе. Не отдыхаем, у нас пружинистые скручивания. Короткие, мелкоамплитудные, за счет мышц пресса на выдохе. Сокращаем, сокращаем. Отлично, у нас второй круг. Jumping jack. Поехали, jumping jack. Все по кругу. Еще один круг. Терпим. Всего два круга. Jumping jack и дальше торпим. Thank you.
не отдыхаем. Сделали. Отдых. Так у нас турборежим. Отдых. И у нас приседания или выпады. Двойные приседания, то есть с точкой. Точка, точка. Встали. Бедра раскрываем. И верховый вдох. Сделали и сразу прыгающие выпады. Поехали. Отлично. Отдыхаем. И у нас планка. Верхняя, нижняя. И плюс жим. Поехали. Сделали. Жим. Устали? Ничего. Сейчас отдохнем 15 секунд. И у нас осталось совсем немного. Сумо. И перекат. Пошире. Носки в стороны. Бедра в стороны. Сели. Копчик подкрутили, попу назад не топырим.
Поехали. Уже 185 калорий сожгли. Приседания на квадры и короткий выпад, тоже на квадры. 5 на 5. И выйду выпад. Поехали. Сели. Встали, квадры работают. Сделали отдых. И последний сет на пресс. Это велосипед и пружинистые скручивания. Подвинусь трубу. Отодвинусь. Поехали.
Сразу скручивание короткой амплитуда. Сделали. Стоп. Фух. Закончили тренировку. Тяжелая. Как по мне, тяжелая. Кому не хватило нагрузки, можете поставить это видео с самого начала и еще поработать. Но я думаю, два раунда вполне достаточно. Тем более, смотрите, мы сожгли 244 калории. Но я считаю, что это очень даже неплохо. Заключаю тренировку. Сейчас у меня будет 115. И мы сожгли 245 калорий. Фух, отлично. А кто хочет сжигать еще больше, я сейчас покажу, какой у меня есть жиросжигатель. Где мой синефрин? Вот он. Синефрин. Этот жиросжигатель я пила на сушке. Сейчас я не на сушке, сейчас я наоборот. В профиците стараюсь набрать, потому что я готовлюсь на весну, сушиться я буду позже. Но на этом синефрине я была на сушке, я очень круто худела. Его можно принимать даже без активной тренировки. Если, допустим, L-карнитин мы пьем только перед тренировкой, он работает классно перед тренировкой, то синефрин, его можно пить даже не работая, без физактивности. Он уже работает без физактивности. Но с физактивностью, с тренировкой, он очень отлично просушивает. Те, кто хочет походить быстрее, синефрин вам помощь. Ссылку на синефрин я тоже добавлю в описании. И если вы укажете промокод Конова5, вам будет еще дополнительная скидочка на этот жиросжигатель. Кстати, он самый крутой считается сейчас из жиросжигателей, которые не вредны для здоровья и эффективны. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось тренироваться в таком режиме. Не как всегда мы работаем 45 секунд, работаем 15, отдыхаем, а вот такими вот сеттиками на группу мышц. У меня все. Скоро увидимся. Пока-пока.